Добрый день, друзья, уважаемые слушатели радио Финам ФМ. Я от души поздравляю вас с Новым годом. И как представитель все-таки спортивной редакции радиостанции, от души желаю в первую очередь, чтобы болельщики как можно чаще в наступающем году слышали новости о победах наших спортсменов. Но самим спортсменам я, безусловно, конечно, желаю как можно больше позитивных новостей со всех площадок. Пусть вас сопровождают удачи. Ну а у нас, конечно, будет больше поводов для за вас порадоваться. Вот у меня тут символ волейбольного клуба. Я надеюсь, что победа будет не только в волейболе, но и футболисты порадуют, баскетболисты. Но Олимпиада в Сочи пусть тоже принесет нам как можно больше поводов для счастья и улыбок. С Новым годом!